Он тебя в банк бьет.
Ваня, один, ну спокойнее, под левую подрабатывай, Сергеева смотри, куда мы... Ваня, умный! Ваня, внимание, держи, право, вот! Ну вон уже, отскочи, Вань! Вань, ты Петухов, ну отскочи! Вот, ну почему не Ваньки-то вперед, а назад, а? Данила, вон он! Данила, справа у тебя один, и Юра, и Ваня! Фантазеры! Козлов! Чё, не видишь ничего? Артём, ну его-то сразу атаковать надо, он спиной получает, ты со своим там стоишь, мало того, что мяч потерял. Артём, ну тебе дали атаку, можно первым сразу в середину уйти туда, а не два фланга обрабатывать. Ну иди дальше, ты освободи казака ты. Артём, да за ним до конца бежать, а не пытаться его спихнуть. Денис. Никто не атакует, бах, чужой. Поднимай. В середине, Артём. Тем, кто забегает. Вмещайся, Данила. Гол опять не забили. Чтоб попал, тащи. Стоп!
Аркад, ну вот что ты вот опять, а пусть не говорю, вот он, ну ближе, вот он ведет эту встречу, чтобы он не пробил, ну нет там больше народу-то. Вон там бы лишние красные были, ты там кого-то держал их. Здесь отдыхай. Вот, сейчас зайдем.
Петухов, ну кому это? Аркаш, ну что? Ну вы посмотрите, сколько братцев. Вот, Аркаш! Как он развернется, атаку начнет.
Да!
Влада,
верни обратно. Блин, ну а как, ну почему надо его обыгрывать, да? Да, брат, надай Копылову играть. Сзади. Ну, да. Надай, Сергей, под тебя открылся. Еле не сигает. Один раз получится, и вы начинаете. Да ну, вот началось опять раз назад. Че, вперед давать? Нет. Край, край, Артем, вот, ужища, ужи, смещайся. Ну почему туда-то? Нет.
Вань!